Дорогие друзья, жители Славянки и Хасанского муниципального округа, 2022 год был непростым. Мировая обстановка заставляла нас принимать порой трудные решения, что отразилось на нашей личной жизни и семейной, в быту и на работе. Но этот год дарил нам и положительные эмоции, и моменты. Отремонтирована Хасанская районная больница, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Конечно же, это положительно отразится на уровне жителей жизни округа. Разрешите от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам огромного здоровья, счастья в личной и семейной жизни, благополучия и мирного неба над головой. С новым 2023 годом!